Ну, а наш фестиваль продолжается, и сейчас мы с вами поговорим об астрологии. Вы готовы поговорить об астрологии? И я думаю, это будет интересно узнать всем. Живем мы очень в непростое время, в переломное время, много чего происходит. И, конечно же, не все те знания, которые мы получаем, не вся информация, которую мы узнаем из новостей, с лент информагентств по телевизору и радио, дает нам ответы на такие, казалось бы, простейшие вопросы. А что, собственно, происходит с нами? И что с нами будет в ближайшее время и дальше? И я очень надеюсь, что нам на это ответят астрология. Благо, сегодня у нас на фестивале эзотерики и самопознания «Веду и путь» есть специалист-астролог, джойтиш, астролог Анна Русалкина. Итак, вам слово. Анна, да, ваши аплодисменты. Итак, вопросы фактически я уже озвучил, но еще раз повторю. Итак, Анна, с точки зрения астрологии, вот что сейчас происходит с миром, каков год 23-й для мира, для Вселенной, для звезд, соответственно, для человека, и чего нам ожидать самое ближайшее время? Ну, хотя бы в этом году, то есть в истории, в политике, в экономике, в культуре и вообще в человеческих взаимоотношениях. Очень многие говорят о том, что мы живем как раз в космически переломную эпоху, и от того именно, как мы ответим внутренне на самые главные вопросы, которые бытие перед нами ставит, ну, в общем, зависит, как будет складываться наша жизнь. И оставаться в стороне от этого процесса уже не получится ни у кого. Вот так ли это? Вам слово. Здравствуйте, всем добрый день. Действительно, сейчас происходит очень много важных процессов, космических, планетарных и так далее, и все они оказывают на нас влияние. Вне зависимости от того, знаем мы о том, что происходит на небе, или мы не знаем, что происходит на небе, это все действует на нас, как в глобальном аспекте, то есть мы все видим, что происходит, мы пережили пандемию, были определенные транзиты планетарные, состояние там Раху и Кету, которые спровоцировали это. А теперь у нас идет другая штука, СВО, и мы все хотим, чтобы в какой-то степени это подошло к концу. И здесь у меня есть хорошие новости, хорошие прогнозы, что в течение этого года действительно это все должно завершиться. Вполне возможно, что уже либо в ближайшее время, либо к осени. Пока у нас Раху и Кету, они находятся в знаке Овна и знака Весы, то есть в октябре, конце октября они сменный знак и перейдут в Рыбы. И вот до этого, я думаю, что данный конфликт, он будет решен. Ну, иначе это, ну, к сожалению, затянется еще дальше. Дальше очень важные вещи с точки зрения влияния на геополитику, на нас, естественно, тоже это затмение. И очень интересно, что вот этот фестиваль, в котором мы с вами все сейчас участвуем, он проходит именно в коридор затмений. Считается, что коридор затмения – это очень неблагоприятное время для всего, для любых начинаний, особенно сам день затмения. Я думаю, если вы за новостями следили, то вы видели, как Илон Маск успешно, в кавычках, он запустил ракету, но он это сделал прямо вот в самый день затмения, то есть 20 апреля он стал запускать ракету. Это категорически не допускается, потому что, ну, это совсем не та энергия. Я знаю, что некоторые астрологи, они рекомендуют в дни затмения там писать желания, составлять карты желаний, прописывать планы и так далее. Но нужно понимать, как бы, ну, как этимологию, нужно понимать, вот, каким образом формируется затмение, что это за энергетика. Это у нас Луна и Солнце, они затмеваются узлами, планетами демоническими Раху и Кету. Есть определенные легенды, которые рассказывают о том, как эти планеты, они пытались поглотить Солнце и Луну, потому что они их выдали, не дали им до конца испить нектар Амриту бессмертия. И, соответственно, каждое затмение – это концентрация очень большой негативной энергии. И когда мы
что-то хорошее пытаемся делать в это время, то, ну, очень-очень маленькая вероятность, что оно действительно, оно увенчается успехом и будет какой-то благоприятный результат. Но это время, оно очень классное для трансформации, для изменений. Они, затмения, они активируют определенные точки в наших натальных картах, в картах стран и так далее, и идут изменения. И если мы понимаем, что это за изменения изначально, либо хотя бы мы готовы к тому, что будут изменения, или как вот мы все с вами присутствуем на этом фестивале, или те, кто смотрит записи это. То есть уже достаточно осознанные люди, которые понимают, что невозможно жить без, ну, как бы вот ровно, да, нам хочется стабильности, нам всем хочется понимать, что будет завтра, там, банально какая погода, а в идеале, что будет вместе с нами, там, с близкими и так далее. Но это не всегда возможно. И когда мы сами внутренне готовы к изменениям, то Вселенной уже не требуется нас пинать и какими-то жесткими путями вести к этим изменениям. И действительно очень здорово, что мы здесь с вами собрались, и вместе, ну, когда мы... Не поодиночке, когда даже два человека больше, то есть возникает эффект синергии, и общая энергетика, она увеличивается и ведет на, ну, там, на трансформации те же личностные и так далее. Если по странам смотреть, опять-таки, за счет того, что затмения, они происходили на позиции Овен и Весы, то это про изменения политические. Будут смены лидеров стран, возможно, наши, возможно, не наши, но политические изменения, они будут. Они будут достаточно яркие, они будут заметными, потому что знак Весы – это знак политики, это знак договоренности, это знак вот, изменений такого, ну, глобального масштаба. На противовесе знак Овен находится, и это про личностное, то есть какие-то личностные изменения, они тоже обязательно будут и в наших жизнях тоже. И тоже еще один очень интересный момент. Я должна была выступать вчера, но у нас немного, как бы, даже не скажу, что сместилось здесь. Ну, я понимаю, почему это произошло. Я думала, что, возможно, мне и не стоит выступать. Плюс у меня есть определенные положения в натальной карте. То есть у каждого из нас есть самая главная планета. В Джьотиш она называется Лагнаш. Это планета, которая управляет нашим знаком зодиака, и то место, где она находится, это становится самое важное место для нас. Это, с одной стороны, ресурс, но там и могут быть проблемы в зависимости от того, какие дома, какие энергии эта планета активирует. И конкретно у меня, вот тоже вчера там девушка подходила на консультацию, и у нее такое же положение было, я ей описывала, и... вот в положении Лагнаш в 12-м доме иногда будут такие ситуации, когда о человеке как бы забывают, либо сам человек растворяется в чем-то там, в отношениях, не знаю, в работе, в учебе и так далее, то есть его как бы не существует. И когда ты уже это все понимаешь, откуда и так далее, то есть это очень интересно наблюдать. И на самом деле вот эта вот осознанность, которая может приходить из разных моментов, либо там, когда... вы действительно знаете положение своей натальной карты, или в целом, когда вы наблюдаете за процессом, когда вы не реагируете, когда вы действуете проактивно, а не реактивно, да, то есть спокойнее, то это также один из способов и проработки негативной кармы, и один из способов для того, чтобы улучшить свою карму, потому что вы как бы не создаете еще больше негативной кармы. Когда мы эмоционируем, как бы, когда мы не согласны с тем, что происходит, то мы как бы ставим Вселенной такую, ну, претензию мы предъявляем Вселенной, что как так можно, почему я там это не заслужил и так далее. Когда мы рассматриваем ситуацию с другой стороны, что для чего это мне, какие уроки будут проработаны и так далее, то все развивается иначе. С точки зрения глобальных процессов, конечно, там страны не могут задать такие вопросы, поэтому здесь есть, ну, как бы очень большое количество фиксированной кармы, и на
финансовые там, рынки и так далее, мы можем повлиять, но это сложнее. Если мы, опять-таки, если мы боимся того, что произойдет, там, придет к нам война, не пройдет, рубль полностью упадет, то мы, конечно, вот как бы индивидуально вот это вот свое соединяем с коллективным, и чем больше вот этого вот негатива, тем больше этой энергетики идет разрушительной, и таким образом мы как бы, кто-то называет это эгрегор, да, кто-то называет это общее поле, но это все существует, и мы, то есть не то, что нужно быть все время на позитиве, не то, что нужно игнорировать проблемы, проблемы есть, но от того, что мы будем психовать, истерить, от этого ничего не изменится, то есть лучше пытаться, по крайней мере. Конечно, мы все люди, очень разные ситуации бывают и в жизни, и так далее. Не всегда легко относиться к локальным процессам, глобальным процессам спокойно. Но все же, если мы стараемся, то таким образом вот эта вот позитивная энергетика, она в какой-то мере хотя бы может перекрыть этот негатив, и да, мы можем повлиять на глобальные процессы. И я подготовила немного практической информации для каждого из вас по знакам зодиака, потому что сейчас очень интересно расположились планеты, три главные планеты, ну не как главные, они все важны, но три тяжелые планеты, Раху, Кету и Юпитер, они расположились вот в знаке Овна и знака Весов, и таким образом там огромное количество энергии концентрируется. Если эти знаки каким-то образом проявлены в наших натальных картах, то это влияние будет еще более сильным, более ярким. Но даже если у нас там нет планет, там нет ни ваш восходящий знак и так далее, джьотиш-астрология, кстати, она использует именно в большей степени ваш восходящий знак, то есть тот знак, который находился на востоке во время вашего рождения. Если вот этот знак не знаете, то можете ко мне подойти, я бесплатно вам рассчитаю, но это важно, потому что это наша природа. Например, я всю жизнь думала, что я Овен, но всегда еще добавляла, что я такой нетипичный Овен, потому что я достаточно мягкая, спокойная и так далее, а то у меня, пожалуй, упрямость только. И потом, когда я в джьотиш пришла, астрологию, я поняла, что я, ну, как бы, если рассчитывать, я не Овен, потому что в джьотиш астрологии Солнце меняет знак в середине месяца. И по той системе я, получается, как бы, ну, по джьотиш астрологии я ищу рыбы. И, кстати, вот в день перехода Солнца, ну, там, 14, 15, 16, вот так вот числа, в середине месяца, это такой достаточно сложный момент, потому что Солнце — это наша жизненная энергия, Солнце — это как бы наши силы и так далее. И когда Солнце меняет знак, то мы можем не очень хорошо себя чувствовать. И вот следующий переход Солнца будет 15 мая. Вы можете себе пометить в календарях, записать себе и на этот день. И не планируйте важное, и не, ну, как бы что-то активное, вот прямо много-много какой-то деятельности не стоит, потому что вы и энергетически просядете, но и большого как бы выхлопа от этой деятельности не будет, оно как бы впустую будет. И ну, можно быть такое, что там мало сил, плохо чувствуете себя. То есть, самая базовая рекомендация, что можно делать, это быть больше на солнышке. Сейчас у нас как-то побольше солнышка, в принципе, на май мы тоже надеемся. И в рацион в этот день побольше добавляйте себе фруктов, овощей, именно сырых, потому что Солнце — это прана, это вот тонкая жизненная энергия, и в сырых фруктах и овощах этой энергии достаточно много. В общем, 15 мая, запишите себе. И по переходам планет, вчера у нас Юпитер сменил знак, и это тоже очень-очень важно. Почему? Потому что Юпитер — это медленная планета, меняет она знак раз в год, и активируются определенные точки нашего гороскопа, и сейчас это Овен. Сатурн находится в Водолее, он там с 17 января находится, и тоже очень интересно, я с одной со своей студенткой общаюсь,
общалась по астрологии, обучая, и она говорила, что вот только-только Сатурн тогда вот еще в январе, да, в феврале перешел, она говорит, как будто бы у меня программу какую-то внутреннюю сменили, то есть фокус полностью у нее переменился на сферу детей. До этого она заставляла себя что-то с ними делать, там куда-то ездить и так далее, а тут все полная тотальная концентрация, ей самой хочется это делать. Это вот так вот работает. Раху и Кету будут находиться еще до середины, фактически до конца октября 23 года в Овне и Весы. И сейчас я кратко прямо скажу для каждого знака зодиака, какие сферы жизни они являются, ну, как бы подсвеченными, очень ярко выраженными за счет того, что действительно очень много планет, они находятся в этих знаках зодиака. Если вы знаете свой восходящий знак зодиака, то лучше, конечно, вот эти сферы по нему отслеживать и, ну, как бы примерять на себя. Если не знаете, то пользуйтесь тем знаком, который, знаете, оно тоже работает. В меньшей степени, но работает. Итак, для Овнов и для Весов это ось 1-7, это ось личности и партнера. И поэтому сейчас, то есть очень важно находить баланс между этими сферами, не уходить полностью там, в партнера, забывая про себя, и аналогично полностью уходить в эгоизм. То есть вот баланс в этих сферах, могут быть новые знакомства, могут быть витки новых отношений как бы внутри существующих, то есть выход на новый порядок. Может быть, переосмысление себя, особенно у Весов. Сейчас вот непростые транзиты, и внутренние очень много, может быть, изменений, много таких вот переосмыслений. А я так ли делаю? А такой ли я? А что для меня важно? И так далее. Для Тельцов и Скорпионов это ось 6-12. И это про здоровье. То есть Тельцам и Скорпионам сейчас важно заботиться банально о своем теле, о своем питании, делать профилактики, сходить, сдать анализы, посетить врача и так далее. То есть вот заняться своей физикой. Это важно, потому что, ну, если это не делать, то на самом деле... Но транзиты, они все равно заставят этим заняться. Поэтому лучше идти на опережение и какие-то БАДы, витамины и так далее. Ну вот любые способы профилактики, которые вам доступны, которые вам нравятся и так далее, вот это вот используйте. Как еще здорово сейчас заняться йогой и благотворительностью. Благотворительность это тоже здесь это отдельно. Скажу, чтобы она была тем, кто... Ну, в общем, чтобы деньги действительно дошли до людей, они не просто так были где-то разворованы, разбазарены и так далее. Близнецы и Стрельцы у нас ось 11,5, и здесь очень хороший момент для обучения, для того, чтобы узнать что-то новое. Если там у вас какие-то уже много знаний накопилось, и вы хотите их передавать, то это прекрасный момент учить, обучать, создать там свою школу. Это также время, чтобы проводить с детьми, заниматься с ними творчеством или самим заниматься творчеством. И если были какие-то болезни, заболевания, то вполне возможно сейчас будет либо облегчение, либо полное исцеление. Плюс хороший момент для того, чтобы заручиться поддержкой ваших друзей, особенно тех друзей, которые они как бы более высокие по статусу, они достаточно много уже достигли. Для раков и козерогов это ось 4-10, и здесь такая непростая задача по балансировке дома и работы, то есть своей внутренней жизни, своей внешней жизни, своего социального и всего то, что находится внутри вас. Можно сделать ремонт, можно какую-то перестановку в доме сделать, по работе могут быть изменения, либо смена работы, либо внутри этой работы какие-то перестановки и так далее.
Для Львов и Водолеев у нас ось активирована 3,9. И это тоже, с одной стороны, про обучение, про знания, но такие как бы много всего и понемножку. Но в большей степени это про путешествия. Это могут быть как какие-то длительные там, паломничества, либо небольшие поездки развлекательного плана и так далее. Это будет давать силы, это будет давать энергию, поэтому даже пусть там выезд на дачу или за город, там ненадолго в область поехать. То есть вот это очень здорово. И этим знаком, то есть Льву и Водолею, это уже очень замечательно, будет сейчас каким-то творчеством заняться. Это может быть банально рисование, что-то руками делание, но не обязательно. То есть что-то, что вам нравится, это тоже будет дарить и силу, и энергию. И последняя у меня пара знаков – это Девы и Рыбы. И здесь у нас ось 2-8, и очень хорошо им поработать с родом, родовые практики. Род как основа, да, те предки, которые они стоят за нами, являются первичными источниками нашей жизненной энергии. Если есть какие-то проблемы, там, обиды старые на родителей, маму, папу, то очень здорово сейчас прорабатывать. И в целом хороший момент и для дев, и для рыб, соответственно, немного покопаться в себе. То есть работа с психологом, либо самостоятельная эзотерика, ну, правильная эзотерика, без черной магии, то это тоже было бы здорово, замечательно. Хорошее время наладить питание, сесть на диету или просто вот, ну, действительно там правильно убрать излишек сахара, кофе и так далее, какие-то вредные привычки. Ну, вот то, что по именно питанию сейчас здорово этим знаком будет сделать. На этом я буду заканчивать и хотела бы подытожить, сказать, что нам в целом всем очень важно соблюдать баланс между духовным и материальным. Если мы очень сильно уходим в духовное, да, оно классно, это прогресс и так далее, но тогда материальная часть, она будет проседаться. И если мы готовы к этому, остаться вообще без ничего, там, уйти в монастырь, в ашрам и так далее, замечательно, прекрасно. В принципе, рано или поздно, я думаю, мы все к этому придем, если не в этом воплощении, но в следующем воплощении. Но если у нас сейчас остались еще какие-то желания, если мы хотим красивую одежду, если мы хотим красивую машину, квартиру, путешествовать и так далее, это нужно осуществлять. Не нужно стесняться своих желаний, не нужно задвигать их куда-то подальше. Очень много есть историй, когда даже там супер-йоги, они сидели в пещерах, медитировали, у них все было прекрасно, но когда они сталкивались с западной цивилизацией, их разрывало. И это не потому, что ее такое пагубное влияние, нет. Это потому, что у них внутри были нереализованные желания. И говорится о том, что если желание не реализовано, а вот мы просто силой ума, очень у многих нас хорошая сила воли, мы как бы подавляем эти желания, они в следующей жизни все равно, они нас настигнут, и они будут еще более яркими. Поэтому я нам всем желаю и духовного, и материального процветания, и пусть это все будет в балансе. Оркестр восточных барабанов. И не просто оркестр, это школа восточных барабанов. Добракеш называется. И вот Сергей Кузнецов, ее основатель, руководитель и главная фигура. И перед тем, как будет звучать музыка, будет здорово, если он скажет несколько слов, потому что для восприятия такой музыки, я думаю, что нужна некая аннотация, ну, как минимум, там рассказ небольшой про инструменты, хотя бы обзорно, потому что наверняка много будет вопросов и после выступления. Музыканты, я надеюсь, с удовольствием ответят. Но чтобы нам с вами более осознанно воспринимать эту музыку, я думаю, надо получить какую-то краткую хотя бы информацию о том, что будет звучать, как и в чем особенность этих инструментов. Владимир, большое спасибо за приглашение. Но в этот раз у нас более, так скажем, будет глубокое погружение. Барабан – это древний мистический инструмент, который использовался в древнейших времен в шаманских практиках,
практика погружения в трансовое состояние. И сегодня прозвучат ритмы, которые пришли нам из глубины веков. Вы услышите как древнюю музыку, так музыку средневековья. А также вы услышите песни, турецкие песни, песни Андалузии. Духовная музыка 13 века прозвучит. Петь будет Джеран Мурадова. Также вы увидите очень интересные танцы. Трайбл в исполнении Яны. Это будет сюрприз. На уде играет Борис Штейнберг. Вот, ну мы потихонечку начинаем наше путешествие в ритм. Я думаю, надо в двух словах рассказать о каких-то хотя бы самых экзотических инструментах, которые мы видим. Но то, что арабский уд, мы уже поняли. Кстати, сколько струн? 12? Значит, у этого инструмента, давайте посчитаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 струн. 13. Это мистическое число. Я знаю 12-струнную гитару, а вот уд у нас 13-струнный. И это, как вы поняли, не просто так. Как называется этот инструмент? Этот инструмент называется равваст. Равваст, сейчас. Послушайте, как он звучит. Сейчас. А происхождение этого инструмента? Происхождение русское. На самом деле, этот инструмент делают в Перми. Происходит он из металлофонов Юго-Восточной Азии. То есть самый первый металлофон – это гонги были всевозможные, поющие чаши. И вот в наше время придумали аналог, вот такой вот инструмент современный. Это 2015 год появился инструмент, совсем новый. Друзья, это невероятно. В России в 2015 году, вот в наше с вами время, появился совершенно новый инструмент. Вы посмотрите, русские мастера что сделали в Перми. У нас такой. То, что вы сейчас услышали, это вступление. Вступление состояло из арабских ритмов. А сейчас мы сыграем совершенно в иной стилистике композицию. Вы услышите композицию, которую написал турецкий барабанщик Беркан Чикиджи.
эта композиция посвящается его памяти. В этом году его не стало. Вот, соответственно, вы сейчас услышите совсем иной стиль, иные ритмы. И сейчас будут ритмы совершенно разных размеров. Каждый раз будут размеры меняться. Давайте проведем небольшую викторину. Угадайте, какой размер прозвучит сейчас. Это для вас. Для вас задачка. Как... Да, для вас. Все знают, что такое размер. Музыкальный размер считать, сколько долей. Если посчитать раз, два, три, четыре и так далее, если условно говоря, посчитать. Да. Вот угадайте сейчас, какой размер. Я из этой композиции сейчас играю. На какой размер? Подожди, я еще не сыграл уже. Это экстрасенс, наверное, сказал. Еще следующий. Следующий размер. Ваш версий, наш какой размер? Владимир, какой размер? А, ладно, тогда пойдем дальше. Борис говорит, XL размер. Ну хорошо. А сейчас мы переходим к нашей танцевальной, да, истории. Сейчас вы услышите, сейчас прозвучит старинная турецкая мелодия, песня «Ишкидара». Thank you.
Я Яна Ямана, преподаватель, хореограф и перформер в стиле tribal fusion. Это современные восточные танцы, которые вбирают в себя различные культуры, различные стихии, ну и тому подобное. Кто хочет научиться примерно так танцевать, обращайтесь, пожалуйста, направим по нужному адресу. А сейчас мы сыграем мелодию 13 века, называется «Como Podem».
Сейчас прозвучит еще одна очень популярная песня Ближнего Востока, называется «Под пальмой» – «Фог эль нахель».
Сейчас мы сыграем чисто барабанную композицию, называется табло-соло. Табло-соло — это жанр, который обычно связан с танцами живота, белли-данс, египетский стиль. Друзья, ну кто захочет вот научиться на дарбуке играть с нами вместе, выступать, просто для удовольствия куда-то пойти, приглашаю вас в школу Дарбакеш. А сейчас мы исполним еще одну композицию. Композиция будет с таким трансовым ритмом «Аюб». Обычно под этот ритм вызывают различных духов. Вот сейчас посмотрим. И изгоняют злых духов. Если еще остались злые духи в зале, просьба уйти. Thank you.
сейчас мы так сыграем для вас известное соло Амани, называется это соло, которое было написано для танцовщицы Амани в Египте. Ой, в Ливане, ливанская танцовщица. А сейчас вы услышите древнюю восточную мелодию, называется «Ламабада». Thank you.
почувствовали себя в кафе ночном где-нибудь на Востоке. Вот. Ну, на этой замечательной ноте мы с вами прощаемся до следующих встреч. Еще раз спасибо Владимиру за приглашение. Друзья, по-моему, это было невероятно, и вы со мной согласитесь. Браво! Хочу еще задать вопрос. А как называется вот этот инструмент, вот эти колокольчики, вот такие сагаты? На сагатах также учится танцовщица трайбл, так что если вот вы пойдете к Яне на занятия, она вас, я думаю, научит этому инструменту. Дарбук к Сергею Кузнецову за сагатами и танцем к Яне. А в общем и целом обращайтесь в школу восточных барабанов Добракеш. Руководитель Сергей Кузнецов. Спасибо большое.